земля-то замерзшая. Бегом за следующим куском. Так. Два куска. Кто больше? Алиса, прячь камни. Нет. Вот такая забава на полдня. Когда ты перемещаешься нелогично, то, наверное, собаки потом не могут найти твой след. Так. Куски выпадают изо рта, слишком большие. О, скрипит, но доблестно бежит дальше. И опять к миске. Все дороги ведут в Рим. Так, на задний двор пошла. Кажется, вот тут вот будет прятать. Ё-моё, куда же деться? Пока я работаю, Алиса приводит себя в порядок. На улице снег, и лисяка забралась в дом и валяется на диване. Тут гораздо лучше и веселее, чем на улице. Что она и показывает. Подходить к ней в такой ситуации не стоит. Она самодостаточная. Занимается просто своими делами. А я занимаюсь своими. Таким образом, лиса приходит домой, стучится в дверь и заваливается на диван и отдыхает. Редко это случается, ей не всегда нравится, но вот когда такая погода, то когда дождливо, она любит поваляться. Но еще она на меня сегодня злилась, что я ее в вольер убрал. Вот, и пыталась покусать за ноги чуток, чтобы меня от вольера убрать подальше, чтобы я там не хозяйничал. Вот, так что, может быть, это коварная месть. Она сейчас такая няшная, тут лежит, а как только я отвернусь, возьмет и сожрет подушку. Либо еще что-то. От этой плутовки всего можно ожидать. Это я стою со стула. Так. Подобралась сразу. Ну, какое хвостище. Давай поглажу. Уши прижала. Не, ну если ты уши прижал, то тяпнуть можешь. Типа свали. Понятно. Играться. Нет. Настроение не игривое. Вот так. Спать. Алиска будет спать. Ага.
Ну вот, Алиса все спрятала. Макс ничего не нашел пока что, надеемся. Но в поисках. Ты хорошо все спрятала, Алиса? Гладиться будем? Ой, не будем? Созерцатель мира. Сидит на камнях. И все, никого к себе не подпускает. Ну, тут белый только рядом сел. А так Алиска одна. На солнышке нравится. Ой-ой-ой. Окружили демоны. Все. Сорвали мы ее созерцание. Но больше всего, конечно, Макс. Это 100% Алиску бесит своими поисковыми операциями. Бедный Макс не ел, наверное, месяц, судя по всему. А Алиса хочет побыть одна. Нет. Алиса! Даже отсюда слышен твой скрип. Ой, опять. Никаких нервов не хватит. И так целый день. Белый, ты вообще не понимаешь, да, что происходит, зачем они это делают, что один, что вторая. Ну ладно, пойдем пить чай. Белый, пока ты тут спал, посмотрите, ой, Алиса поймала крысу, все, это же счастье. Это теперь с ней будет бегать целый день. Алиса, белому не отдашь? Нет, белому не отдаст. Что такое? Ой, поймала. Молодец какая, а? Ой, надо спрятать срочно. Куда? Что ж такое-то, а? Ой, ой, и в яму. Ну вот. Что такое? О, кто поймал? Кто? Кто это? Видели такое? Лиса в яме, хвост наружу. Ой, молодец какая, а? Никто у тебя не отнимет твою крысу. Ну что такое? Ой. 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 Может и покусать. Такой трофей знатный. Теперь будешь охранять? Есть не будет, но трофей нужно охранять.